опасности встретил Геракл на своем пути. И на самом-самом краю земли увидел он могучего Атласа, держащего на своих широких плечах весь небесный свод. О, великий титан Атлас! Обратился к нему Геракл. Я сын Зевса, Геракл. Меня прислал к тебе Эврисфей, царь богатый в золотом Микен. Он повелел мне достать у тебя 3 золотых яблока с золотого дерева в садах Гесперид. Я дам тебе 3 яблока, сын Зевса, ответил Атлас. Если ты, пока я буду ходить за ними, встанешь на мое место и будешь держать на плечах своих небесный свод. Геракл согласился. Он встал на место Атласа и держал небесный свод до тех пор, пока не вернулся Атлас с 3 золотыми яблоками. Вот 3 яблока, Геракл. Если хочешь, я сам отнесу их в Микены, а ты подержи до моего возвращения небесный свод. Геракл понял хитрость Атласа, понял, что хочет он совсем освободиться от своего тяжелого труда, и против хитрости применил хитрость. Хорошо, Атлас, я согласен. Только позволь мне прежде сделать себе подушку на плечи, чтобы не давил на них небесный свод. Атлас встал опять на свое место и взвалил на плечи тяжесть неба. Геракл же поднял лук и колчан со стрелами, взял палицу и золотые яблоки и сказал: «Прощай, Атлас! Я держал свод неба, пока ты ходил за яблоками Гесперид, но вечно нести на своих плечах всю тяжесть неба я не хочу». Геракл вернулся к Эврисфею и отдал ему золотые яблоки. Эврисфей подарил их Гераклу, а он подарил яблоки своей покровительнице, дочери Зевса Афине Палладе. А она вернула яблоки Гесперидам, чтобы вечно оставались они в их садах. После своего 12-го подвига Геракл окончательно освободился от службы у Эврисфея. Ура! Боги даровали ему бессмертие, приняли Геракла в качестве бога на Олимпе и поместили в сон созвездий, созвездие Геркулеса. А женой его на Олимпе стала вечно юная богиня Гера. Дорогие друзья, в нашей следующей встрече мы расскажем вам о греческих богах и новых героях. Вы узнаете много интересного о жизни бессмертных обитателей Олимпа. Всего вам доброго! До новых встреч!